Приветствую вас, дорогие мои подписчики и зрители канала «Сделал сам, поделись народом». Учитывая то, что YouTube ведет себя не совсем корректно, блокирует каналы, которые им не угодны, и оставляет каналы, которые льют всякую грязь на нашу страну. Конечно, мы привыкли к YouTube, удобный, но куда деваться. Как говорится, родина дороже, чем какой-то YouTube канал. Поэтому я уже давно, конечно, перешел, ну не то, что перешел, а размещаю информацию на Рутуб. И вас всех призываю, пока мы еще окончательно на связи и не заблокирован YouTube канал, а к этому идет, потому что уже видите, что что-то посмотреть нормально невозможно. Очень сильно тормозит информацию, ну ничего посмотреть невозможно. Так что смысла нету оставаться на YouTube. Переходите на Рутуб. Подписывайтесь по ссылке, которая здесь будет в описании. И будем мы с вами плодотворно уже работать на Рутуб. Ну я еще раз говорю, кому нравится, пожалуйста, заходите. Информации там уже мне достаточно на Рутубе. Она практически дублирована той информацией, которая находится на YouTube. Конечно, не вся информация, но процентов, наверное, на 60, на 70 уже информация на Рутубе есть. Такая же информация есть на Дзене. Почему я на Рутуб? Потому что Рутуб более как-то приближенный к Ютубу. А так как мы и вы, и я привыкли именно к Ютубу, то мне больше именно нравится Рутуб. Так что всем мира, добра, здоровья, и вас я жду на своем канале Рутуб.